Хочешь купить рубаксы, но задонатить в игре не получается? Приобретай рубаксы на сайте playrock.com. Маркетплейс игровых товаров playrock.com предоставляет возможность игрокам из России быстро и безопасно покупать любое количество рубаксов по самым низким ценам. В чате действуют скидки, поэтому только сейчас 800 рубаксов можно купить со скидкой 38% всего за 619 рублей. Быстренько регистрируемся на данном сайте, чтобы продолжить свои покупки. После покупки вы получите инструкцию по получению товара, и у вас откроется чат с продавцом. 10 минут, и все готово. Купленные рубаксы уже на аккаунте. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock. Также есть отзывы, которых можно посмотреть. Очень, ребятушки, много отзывов, даже есть теперь и мой. Как-то так и получается. Покупай робоксы, а также питомцев, транспорт, наборы и другие предметы в любимых играх на Playrock. Ссылка в описании. Огромный приветос, на связь Вадимос. Помните, показывал вам сливы вот этих медведей? Так вот, Анет официально загрузил их в инвентарь. Поэтому сейчас покажу. Вот, можешь поставить лайк, подписочку. Как говорится, одна кнопка, два действия. Ну да, ладненько. В общем, клацни, если ты не первый раз. Ну, реально. Пускай. Вот. Ну что ж. Хотелось бы вам сказать, что... Хоу-хоу-хоу. Да. Бисмос идет. Я хотел что-то спеть, но я забыл. Потому что вы не набрали лайков. Ладно. Смотрите. Значит, заходите просто в инвентарь. На это ссылочка будет, как всегда. Сами знаете где. Ну, где она должна быть? В описании. Ё-моё, ребята. Что, первый раз живете, что ли? На этом канале. Так, прекрасно. И вот что мы видим. Вот такие картиночки загрузил нет. Robocop Frame. Получается, Peppermint Body. Перевод правильный теперь, да? Леденец. Это у нас что? Peppermint Robocop. И вот эти самые картинки. И вот они были слиты именно уже вам заранее, но Анет загрузил их только вот 21-го. Ну, в общем, вот такие вот, ребятушки, моменты. Теперь у них лица вот есть. Значит, они совсем скоро появятся на тестовых. Так что... Как только появится на тестовых и как только появится информация, как же их получить, вы об этом обязательно узнаете. Это, если что, 4 новых декольца. То есть до этого вот эти два человечка, они были. А это уже 4 новых декольца, которые Нанет добавил уже вчера. Ну, вам с утреца видосик. Ну, днем уже, да? Вот. Если вам вдруг интересно, есть ли от него инфа в Дискорде его же, нет. Если вы вдруг не знаете и смотрите этот видосик, что выше два новых кода, которые называются 5 years за то, что игре 21 марта стукнуло 5 лет, и просто там еще один кодик, то посмотрите видосики, про кодики они тоже есть. Вот. В принципе, все. Что ж, ждите медведика. Как почитал ваши комментарии, полайкал даже, вам он понравился. Поэтому, как написали из вариантов, получение будет за робот челлендж, за квест, один, а другой там, допустим... Ну как-то. В общем, там был комментарий, я уже все забыл. В общем, поживем увидим. Значит, у нас 8 дней. Как минимум, до конца марта что-то должно выйти. Вот. Так что, думаю, на тестовых через пару деньков все появится. Так что запомните эти слова. К выходным, возможно, уже и тест будет. Раз декольцы появились, значит, может даже сегодня или завтра вечером Анет что-то выложит. Нам наконец на тестовый напишет: «Ребятушки, я выпустил обновление на тестовых, сегодня тестируем вот это, исправлено вот это, добавлено вот это». Ну, именно так он любит писать. Наш разработчик с вами Красная Башка, да и Пирашка, как всегда мы его называем, потому что он и есть Красная Башка, как вы видите. Шло 251 год уже, как говорится, с момента всего, и он вот до сих пор Красная Башка, как вы видите. Так что, такие дела. Все, вы узнали хорошую инфу, что Анет жив, работает, красава, пилит, как пчелка. Собственно, создает нам что-то интересное. А вас благодарю за просмотр. Вы досмотрели этот видосик. Что вам сказать? Респект, уважение. Вам плюс 1000 к чему хотите. И увидимся в новых видео. Дискорд ссылочку заменил. Значит, вот. Давай. До скорых.